48-летняя Лера Кудрявцева много времени уделяет собственной внешности и самочувствию, следит за питанием, постоянно практикует косметологические процедуры и занимается спортом. Ранее телеведущая не жаловалась на плохое самочувствие, но на днях решила обратиться за помощью к подписчикам в социальных сетях. Звезда шоу «Секрет на миллион» рассказала о том, что уже несколько дней мучается от тяжелой мигрени, и пока ей ничего не помогает. Судя по всему, традиционные средства в виде лекарств ей тоже не пошли на пользу, мучают головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину? Сил нет уже. Таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать, спросила совета Лера Кудрявцева. Лера Кудрявцева скрывает боль. Фото. Лиджин медиа поклонники тут же принялись советовать специалистов, которые готовы помочь 48-летней ведущей. В комментариях появились записи и других звезд. Среди них можно найти слово Алики Смеховой и Анфисы Чеховой. Лерыч, я бы посоветовала тебе поехать на чекап в Корею. Тут очень хорошо ищут причины. Или в Кивач. Там тоже докапываются до первопричин. Еще могу отправить тебя к крутому врачу из Канады. Он своим аппаратом квантовой медицины лечит, откликнулась подруга Кудрявцевой. Пока непонятно, что стало причиной резкого ухудшения самочувствия телезвезды. Многие предположили, что это связано с большими нагрузками, которые испытывает Лера весь последний год, ведь она недавно стала мамой, подарив мужу Игорю Макарову долгожданную дочку. Сейчас ведущая умудряется совмещать материнство с бесконечными съемками и проектами, в которых принимает активное участие. Усталость могла негативно сказаться на здоровье Кудрявцевой. Телеведущая обратилась за помощью к поклонникам фото. Лиджин Медиа. Другие подписчики связали недомогание с акклиматизацией. Ведь несколько дней назад Лера вернулась из солнечного Сингапура. Переезд в дождливую Москву мог повлиять на сосуды, а это в свою очередь вызывает мигрень. Отметим, что сама Кудрявцева не стала вступать в полемику с подписчиками и дальше просить советов. Друзья и поклонники надеются, что звезда выберет из предложенного лучшую для себя рекомендацию. Класс пост 661 899 подписчиков.